Всем привет, друзья! Значит, я уже работаю, уже прошел обед, я еще ничего не ел. Поехал в садку, значит. Сейчас доделаю магазинчики там местные. Ну и, в принципе, все у меня на сегодня. Работы немного. А это значит, что я освобожусь пораньше. Сегодня проведу тренировочку. И все выходные буду просто отдыхать. Хотя нет, я поеду на Завьялику. Буду кататься на своей досочке. Вот. Ну, в принципе, отдыхать и заниматься спортом одновременно, потому что, когда катаешься на доске, ноги тоже неимоверно забиваются. По сути, можно засчитать за тренировку. А у вас какие выходные будут, друзья? Скидывайте видосы, делитесь, там, пишите комменты, кто как отдохнет. Вот едем опять по своим заброшенным дорогам, никому не нужным. Половина едем по асфальту, половина по земле. Вот. Такая у нас Россия, ничего с этим не поделаешь. Слышали, да, Путин там что творит? Видать, еще на срок хочет остаться на один. А может и на два. Но то, что вот за первого ребенка, это, конечно, очень хорошо. Сейчас, наверное, все кинулись. Пол России кинулось делать детей. Я в том числе, конечно же. Но я не делаю, планируем, конечно, тоже ведь надо когда-то начинать. Значит, как-то так. Но это большой плюс на самом деле для горожан. Особенно моего города, где маленькие зарплаты. Надеемся, что Россия будет меняться в лучшую сторону. Все, доехал до садки. Есть такой райончик, люди с цветом домов вообще заморочились. Обычно дома такие либо зеленые, либо белые в деревнях. Тут же в этом райончике все по-другому. Сейчас я вам это покажу. Время уже без 10:04, я все еще работаю. Устал, еще не обедал. Наверное, потому что не обедал, от того и устал. Сейчас надо что-то найти, покушать. И еще 4 магазина осталось у меня. Хрен знает, что здесь, двойная сплошная или что ли. Пересек, короче. Вот так вот и колесим. Самое что плохое, то что вот сейчас я уже почти все доделал, да? До месяца осталось совсем ничего. Просто как новый месяц, просто опять то же самое. Бабах! Спать уже аж клонит. Уже невозможно работать, пора на выходные. Слава богу, что отказался от алкоголя. Ни в какие нельзя вообще ворота это допускать. Без алкоголя так хорошо живется. За исключением, на работу могут вызвать, и типа, если знают, что ты не бухаешь, придется куда-нибудь ехать. Или кого-нибудь довозить откуда-нибудь, забирать с какого-нибудь гаража. Короче, это сложность жизни, не обращайте внимания, а так нормально все. Без алкоголя бросайте пить, курить, здоровенькими все помрем. Друзья, сегодня у меня обед за 80 рублей. Ну вот и все. Обед прошел. Вместе. 5, наверное, минутный. Все, последний магазин на сегодня и выходные. Выходные.
О, здорово, пацаны. Ну все, закончил я свою работу наконец-то на сегодня. И время 6 часов 11 минут. Еду домой. Только не еду, а выезжаю еще. Устал. Быстрее бы до дому добраться. Там у меня Бостон уже скучает, наверное. Да не наверное, уже он гулять ему надо. Да я дурак, на обед сегодня не заехал даже. Итак, друзья, время 8 вечера уже, освободился я в 6, пока доехал с садки до города, это минут 40, пока, так как сегодня пятница, развез друзей там по гаражам, какие-то дела уже, 8 вечера, у меня собака не гуляла с 8 утра до 8 вечера, это капец, сегодня погодка плюс 2 где-то. Отличная погода, чтобы побегать, но бегать мы не пойдем, так как вернулись все поздно с работы, и поэтому сложно, тяжело это будет сделать. Сейчас надо покушать, погулять с собакой и так далее. Будет очень нереально сделать. Еще нужно для вас монтировать видео, не забывайте. Вот. Ну и, конечно же, пару лиц VC, это как лекарство на душу вместо алкоголя. Вот она вся собачья радость. Побегать на улице. Все, что нужно для собачки. Итак, друзья, зашел вот домой, погулял с псом. Но на тренировочку сегодня пойти не получится, потому что время доходит уже 9 часов. Я, получается, вот только покушал, а как вы все знаете, я думаю, что после еды бегать не стоит, потому что может плохо закончиться. Вот, ну а само собой в 10 часов вечера бегать куда-то идти, я думаю, ну это бред какой-то. Ну все это надо делать, когда хоть маленечко света на улице есть, вот. Так что поэтому сегодня без бега, я думаю, завтра мы поедем на гору кататься. Я думаю, это тоже послужит своеобразным, как бы, своеобразной тренировкой. Все равно там ноги участвуют, они забиваются сильно очень. Поэтому сегодня так, я устал безумно. После работы работал, переработал, получается, на 2 часа. Пришел домой в 8, в 9 часу уже пришел. Как обычно, вы на канале Валдис Лайф. С вами Валдис. Ну и всем до завтра, ребятки.